Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал великий князь, зажженный вдруг молвой ужасный, на зятя гневом распалясь, его и двор он созывает, где Людмила вопрошает. С ужасным пламенным челом Руслан не слышит: «Дети, други! Я помню прежние заслуги, о, жальтесь вы над стариком! Скажите, кто из вас согласен скакать за дочерью моей?» Чей подвиг будет не напрасен, тому терзайся, плачь, злодей. Не смог сберечь жены своей, тому я дам ее в супруги. С полцарством прадедов моих, кто ж вызовется, дети, други? Думай, им вслед летят.